Работники Хакресводоканала намерены решать вопрос радикально. Ставить недобросовестным собственникам заглушку на стояк, причем даже не входя в квартиру, с помощью зонда. Квартира должника таким образом лишится канализации. Соседи при этом не пострадают, уверяют специалисты коммунальной компании. Суровую меру станут внедрять Черногорский и Сорский уже в этом... Предварительно должникам будут рассылаться предупреждения.